все равно от всего устаешь, поэтому любой контент надо разбавлять и внедрять что-то новое. Вот я лично застрял в трясине году в 17-м, и с тех пор постоянно не создаю что-то новое, а вспоминаю только старое. Неловко получилось, я угораю, как ей все вокруг дегенераты, такой циник, аморал, хикадвач и другие слова, которые я не понимаю, когда я сам возвращаюсь к одному и тому же, потому что эти вещи меня самого сформировали и поддерживают мне хоть какой-то интерес к жизни. Да, я тот человек, который 3-2 раза прошел Far Cry 3, и да, и что ты мне сделаешь?